Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24 FE. И сейчас я покажу вам, как настроить дату и время. Открываем настройки, далее проходим в общие настройки, выбираем дату и время, отключаем автоопределение времени, и теперь вручную можем установить дату, выбрав день, месяц и год. И также вручную можем установить время, выбрав часы и минуты. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.